Всем-всем добрый день! Сегодня хочу предложить вашему вниманию вот такой вот дизайн, который приурочен к ближайшим праздникам, к Дню Святого Валентина. У нас уже подготовлены все остальные ноготочки и нанесен первый слой на тот ноготь, где мы будем выполнять вот этот дизайн. Вторым слоем наносим гель-лак. Работу я выполняю на гелях Luxio. В данном случае у нас гель Ivory. Очень красивый цвет, он не белый, не бежевый, он такой цвет отопленного молока, оттенок. Прорисовываем краской гелевой контуры сердечком, а заполним мы красным гель-лаком. Заполняем сердечко красным гель-лаком. Я в данном случае винтаж от Luxio. Правильный красный цвет, такой как раз как нужен для сердца. Просушиваем 30 секунд в LED лампе. Затемняем. Краской гелевой или гель-лаком, если есть темный оттенок, затемняем боковые участки. Теперь скульптурным прозрачным гелем заполняем сердечко, придаем ему объем. Этот момент можно и пропустить, можно его оставить таким плоским. В принципе, мы объем придали вот этим затемнением по бокам, которые выполняли. Но мне кажется, так будет интересно. К центру собираем. Вставляем капельку, смотрим сбоку, чтобы он равномерно растекся. Сейчас дополним несколько элементов более темным оттенком, бронзовым, тоже краской гелевой, для того, чтобы придать объем прорисованным лепесточкам.
такой вот дизайн у нас получился. У нас такое вот сердечко на клеточке. Здесь у нас дополнение к дизайну идет отдельные элементы, которые присутствуют на центральном ногте, в который вмещает в себя полностью все элементы дизайна. Ну и большой у нас вот такой вот скромный получился. Всем хорошего настроения, творческих вдохновений. Ну, пока-пока.